Телеканал КРТ представляє. Дивіться, хотів би з вами про серйозні теми поговорити, щоб ми тут не посміхалися, анекдотів не буде. А буде запитання стосовно пана Вакарчука, який втратив свій голос. І це не стосується якогось концерту гурту «Океан Ельзи», це стосується партії «Голос», яку він очолював. Чому пан Вакарчук знов намагається зняти з себе якусь відповідальність? Що сприяло цьому? Я начну с очень короткого воспоминания. Однажды я была на Ялте, в Ялте на концерте Вакарчука. Это был такой камерный концерт, где зритель имел возможность очень близко наблюдать за исполнителем. И я как раз в то время относилась к категории искренних фанатов Вакарчука. Мне нравилось... я тоже был таким. Да, мне очень нравилась его музыка, мне нравились эти песни, которые тогда, ну, как бы тиражировались по всем радиоэфирам. Он был на пике своей славы. И я внимательно наблюдала за Вакарчуком, как он себя чувствует вот на сцене, как он реагирует на публику, как он работает с аудиторией. Я понимала, что человек в своей стихии, ему было безумно комфортно, он получал сумасшедшее удовольствие. И ему не было там холодно. Не, холодно вот. Не было, потому что да, было, Ялта, да? Было очень жарко, да. И он, но он наслаждался тем процессом, который происходил. Я подумала, насколько человек все-таки в этой своей творческой теме он себя нашел. Я ему даже искренне позавидовала, как тоже творческий человек. И потом, когда он объявил в очередной раз о том, что он идет в политику, и мы писали об этом, и там в компании друзей это регулярно обсуждали. Я помню, я тогда сделала прогноз и говорю, я же помню его на сцене, он такое получал удовольствие. Это человек, который жестко завязан на тщеславие, как многие творческие люди. То есть вы творческий человек, я творческий человек. Я всегда говорю, что журналисты, они как, точно так же, как и певцы, и там, художники, они глубоко тщеславные люди. И в этом есть их мотивация, и это нормально. То есть мы делаем то, что мы делаем, ради где-то в том числе. Это может быть, мы можем сказать, что это какой-то крючок. Я не хочу там параллели делать с вашим YouTube-каналом. Ну, крючок, на якого, гачок, на якого его зловив хтось, може, і... Безусловно, да. Так я вот просто закончу мысль о том, что люди тщеславные, творческие, они очень падки на аудиторию и на любовь аудитории. И когда она у него есть, для них... Они испытывают колоссальную муку в тот момент, когда они ее теряют. Собственно, это приводит, толкает в депрессию огромное количество певцов, актеров, в том числе, которые бывают в вашей студии. Потеря аудитории после высокого пика славы, особенно когда ты ее длительные годы удерживаешь, это катастрофа. И вот представьте себе, когда Вакарчук вот весь такой обожаемый, обласканный зрителем, финансово успешный, потому что это приносит ему деньги. Он попадает в парламент, где его начинают с утра до вечера над ним издеваться, подшучивать, ловить на несоответствиях, ловить на противоречия, ловить на лжи, потому что публичная политика, как оказывается, и реальная жизнь – это две разные вещи. То есть ему, наверное, нужно сохранять свой уровень финансового заработка, это нормально. Он иногда пытается выходить за рамки своей политической роли, где-то спеть, немного заработать деньги, все это дело перевести на или получить этот свой счет или гонорарный офшорный счет, а потом не понять, почему аудитория реагирует так, как она, реагирует. А политика, особенно в Украине, особенно у нас такая, знаете, несколько извращенная политика. У нас политика... Самая малость. Да, у нас политика – это наш Голливуд. То есть она, к счастью или к сожалению, если в Голливуде есть Голливуд, там есть актеры, фильмы, сюжеты, Оскар, то у нас все концентрируется фактически в здании Верховной Рады. Ну и вокруг нее. То есть все деньги, актеры, интриги, страсти, все происходит там. И вот он попадает с одной сцены на другую сцену, где он не игрок. И тут, получается, с ним начала происходить абсолютно ужасная вещь, которая, кстати, происходит сейчас и с Зеленским. Он начал, его основная аудитория начала потихонечку сокращаться, потому что она начала терять своего певца, видеть его в другой ипостаси, в которой она, возможно, и не хотела бы его видеть. То есть, когда Вакарчук заговорил, он мне стал намного менее интересен, то есть, точнее, намного менее, вообще не интересен по сравнению с его песнями. И, к сожалению, ну, это как бы, скорее всего, его основная аудитория не похожа на меня, но полагаю, что есть люди, которые восприняли точно так же. То есть мне, я теперь сейчас через призму политики его творчество воспринимаю несколько иначе. Оно меня начало раздражать. То есть его ноющие песни, я сегодня вообще как бы я вспоминаю, как оно меня могло тогда так вдохновлять. Но полагаю, делаю скидку просто на смену эпох. И на то, что
ну, пісні, наверное, приїдаються і не знаю. Вам не здається, що пан Вакарчук, він достатньо доросла людина, і, в принципі, він за ці 30 років незалежності України міг би зрозуміти, що якщо людина стає депутатом або обіймає якусь посаду, то її в будь-якому випадку будуть, ну, м'яко кажучи, не любити. Он этого не понимал именно потому, что он никогда не был в политической среде. То есть у него есть какие-то его, очевидно, кем-то надиктованные или какая-то своя иллюзия или иллюзорное представление о политике. Хотя странно, потому что он уже там был. И он уже однажды дал заднюю. И, кстати, это очень некрасиво смотрелось, потому что если ты уже вступаешь в эту лужу, в эту, ну, вот в это пастбище под названием «Политика», то нужно идти до конца. Да, и мы можем пригадать, что в тот момент не было пана Портнова, который помог бы ему в первый раз выйти из Верховной Рады. Тобто... Угу. Ну, вы имеете в виду, что не было людей, которые разоблачали его финансовое состояние? Так. Ну, смотрите, вы же понимаете, что то, что разоблачил Портнов, это только маленькая часть. Потому что, ну... На любого человека можно найти компромат, который сможет дискредитировать и разрушить любую репутацию, особенно в нашей стране. Но в нашей стране, в отличие от европейских стран и американских стран, есть удивительная особенность в том, что и политик, и киноактер, он как птица Феникс может падать, а потом подниматься заново. И есть огромное количество таких примеров. У нас репутацию можно поломать за один день и восстановить ее. Ну, это завдяки тому, что у электората, в принципе, не дуже такая долгая память. Очень недолгосрочная память, очень быстро и резко меняется настроение, отношение к людям. Кроме того, нам, в принципе, свойственно по своей природе десакрализировать и власть, и героев. То есть у нас мы любим сначала вот... В этом есть определенная инфантильность общества. То есть мы любим обожествлять и любим как бы идеализировать любого нового человека, то, что произошло с Зеленским. Ну, то есть тот кредит доверия, который он получил, народной любви, это в некоторой степени мнимое обожествление. То есть люди сами себе дорисовали тот образ, который им попытались показать. И я вам хочу сказать, что Вакарчук еще вовремя спрыгнул, потому что Зеленского ждет точно такая же участь. То есть в отличие от Вакарчука, который сейчас вернется, благодаря тому, что он раньше сошел с дистанции, почему я их сравниваю? Потому что это оба человека со сцены. Это люди, ну, это творческие единицы, самодостаточные. Ну, в принципе, это обе люди, на яких ставили ставку, ну, мається на увазі, що вважали, що вони можуть стати, ну, кожен з них мав шанси бути президентом України. Да, то есть поначалу... Вони дуже схожі, дійсно. Да, конечно, поначалу на них делали ставку, и был даже такой момент, когда у Вакарчука, казалось бы, больше шансов, чем у Зеленского. Хотя они разные по темпераменту, они разные по своей понятийной природе. Вакарчук очень прозападный, Зеленский, он человек из Кривого Рога, это накладывает отпечаток на характер. И у них разная харизма. То есть я бы их, ну, они разные как люди, но они оба заложники сцены. То есть они оба любят народную любовь. И вот посмотрите, обратите внимание на того же Зеленского, когда... Как он реагирует, когда люди хотят сделать с ним селфи, аплодируют ему, и как он конфузится, когда, а это уже начинается постепенно, когда в толпе появляется кто-то, кто начинает что-то выкрикивать. Что, не даже приятно. Да, не очень приятно. То есть он сразу, для него, у него это вызывает, ну, буквально физическую боль. Ну ничего, и до этого он звыкнет. Это нужно быть таким толстокожим, как, например, Петр Алексеевич, который уходил тоже под крики «Ганьба». Это просто чудовая людина.